Я опять в сервисе, приехал к Александру. Так, смысл в чем? Ремонт моего автомобиля. Показываю. На предыдущих покатушках у меня шрус разлетелся. Вот он, новый. Вот, здесь и подшипник уже болтается, и шрус разлетелся, не выдерживает. Потому что там у меня все на крестовинах, и передние, и задние. Но серп и молот, к сожалению, вот этот кардан не делают на крестовинах. Поискал в магазинах, у нас как бы на крестовинах есть, но они не отбалансированы, какие-то кооперативные. Я, короче, постеснялся. Балансировка, это вот балансировка, их видно сразу. Вот балансировка, то есть они заводские, отбалансированные. Здесь подшипник, то есть это новый, но подшипник такое ощущение, что сухой. Попробуем его разобрать, сразу смазать. Когда найду на крестовинах такой, ну потом разберу и поставим. Другой вопрос. Подняли Ниву, езжу. То, что у меня стало после того, когда передний мост у нас порвался, после этого у меня стала шуметь раздатка. Сейчас подняли, послушали. Вот, подняли, послушали, и раздатка вся гудит и шумит. Сейчас езжу пока на переднем приводе. Вот эта раздатка у меня заводская. Здесь у меня установлен самоблок. На той раздатке мы устанавливали занижение. Эту мы тоже перебирали, смотрели. Здесь у нас стоит самоблок. Преднатяг сделали 5 килограмм. Вот. Поэтому сейчас мы машину поднимаем, меняем раздатку. То снимаем, потом ремонтируем, эту ставим. Здесь будет с самоблоком. Меняем кардан и меняем сразу рулевую тягу. Сейчас покажу, дойду. Рулевую тягу сразу поменяем. Какая фигня, сейчас покажу. Вот эти вот заводские пыльники, видите, они хреновые. Поискал, чуть не могу найти силиконовую, чтобы сверху зажим был и снизу кольцо. То есть вот эти вот пропускают воду. У меня который стоит, родной заводской еще, вот так вот делаешь, оттуда просто-напросто вода вылетает. Так как машину сейчас подняли, вот, заехал, купил, вот 900 рублей, ее сразу установим. Знаете, уже по Ниве немножко подустал я что-то ремонтировать. На самом деле подустал. То это. Вроде бы для контента прикольно, но для кошелька это не прикольно. Все равно это все приходится за все платить, запчасти и прочее. Вот. Немножко скучновато. YouTube монетизацию не дает. То есть YouTube, сами знаете, сейчас никакого заработка нету. Раньше хоть как-то там на бензин, на масло, там на какие-то запчасти мне хватало. На данный момент это просто вот для удовольствия, да, ну, вам это все показать, ну, чтобы знали правду, что это сложновато. На данный момент для меня все сложновато. Ладно, работаем, делать машину надо. Доступ до раздатки снимем, поменяем. Вот они сняли раздатку. То есть, когда машину завели, подняли на подъемник, слушали, есть гул. Визуально вот так вот крутишь. Вот, то есть, подшипники, тут мы крышки ставили двухрядные. То есть, как бы все вот нормально. Такого вот. Или за счет того, что двухрядные подшипники держат. Ну, во-первых, она была горячая. Вот, и, возможно, что-то внутри там, не знаю, или повело, или повредилось. Но это уже будем разбирать и смотреть. Ну, все, мы собрали, наживили. Раздатку повесили, заводская, но здесь установлен дифференциал повышенного трения от АВТ. То есть она раньше стояла, потом вон ту раздатку поставили занижением, теперь опять сюда. Так, здесь мы соединили, это соединение на шрусе новое, на подвесном тоже разобрали, подшипник смазали, ну смазка в принципе была. Вот, здесь на крестах поставили у нас. И что у нас получается? Говорили, что типа при лифте, при вывешенном лифте, якобы не хватает, надо сюда проставку ставить. Сейчас мы посмотрели. Ход в шлицевых, вот так вот кардан выходит. То есть ничего здесь не нужно ставить. Из-за чего шрус разобрался. Все-таки, я думаю, когда на гору заехал, ПГС крутил, разобрало, подшипники повылетали, возможно. Говорю, не знаю. Вот. Так, еще вопрос. Кто касался при лифте шланги? С чего или как удлинить шланги? Не знаю, что-то звонил.
ребят там спрашивал, никто мне подсказать не может. Опускать неинтересно, а вот штанги удлинить хотелось бы, надо. Напишите, кто знает. Так, ну все, сейчас отбалансируем и будем собирать. Да, еще осталось рулевую поменять. Ну так вот, вот эти SM Profi, ну я доволен, хороший, очень хороший SM Profi. Рулевую тягу сняли, мне ее меняли по гарантии сновья, то есть буквально через там 1000-2 она меня достучала, приехала, мне по гарантии ее заменили. Ну вот проехал на ней, наверное, 1035 примерно, стучит давно. Вот, ну смотрите, то есть это болтается, резинки, пыльники мертвые. С этой стороны снизу нажимали, отсюда вода выходила. И в зимний период вода сюда накапливалась, замерзала. И когда трогаешь, останавливаешься, такие стуки были интересные. Ну то есть тоже вот, но это не шевелится, и там прям жестко все. Очень жестко, ну и возможно, что забито грязью. Вот, ну вот, прикупил такую, 900 рублей примерно стоит. Ее заменим.